Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для пятого класса из учебника Коровиной. Раздел из русской литературы 19 века. Михаил Юрьевич Лермонтов. Бородино. Рубрика «Размышляем о прочитанном». Третий вопрос. От чего лица ведется рассказ? Что этим достигается? Ответим. Рассказ в стихотворении ведется от лица опытного воина, который принимал участие в бородинском сражении. Этим достигается реалистичность изображения битвы, эмоциональная включенность читателя в рассказ старого солдата. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание.